8 марта в России – главный женский праздник. В этот день все женщины ждут от мужчин любви, подарков и, конечно же, букет цветов. Цветы в этот день продаются повсюду. Но мартовский мороз способен погубить нежные растения. А обладатель такого букета выглядит совсем не секси. И здесь на помощь мужчинам пришел Маскулан. Накануне праздника продавцы цветов по всему городу получили от Маскулан специальную упаковочную бумагу, оформленную веселыми двустишьями. Двустишья деликатно напоминали покупателю, что любовь, как цветок, всегда нуждается в защите. Перед романтическим вечером это было особенно актуально. В результате Маскулан нашел простой и оригинальный путь к сердцам влюбленных. И десятки тысяч счастливых пар были ему за это вдвойне благодарны.